начинает путаница. Автомобиль сворачивающий направо. Ой, блядь! Зеленый тонн должен быть красный, конечно. Да, они думают, что еще и зеленый тонн и красный. Зеленый. Вот здесь такая ситуация, блин, скандал. Даже на красный свет не всегда, тут получается 15 минут. Я с пробками, блядь, с красного света.
У них этот подъездной путь сверху. Ебать, дивизии, блядь. Ебать. Ёб, там больше никто не летит. Твою налево. Нихуя себе, вот это мы на камеру. Собой поделать не способен, не знал я что, ведь я такой не приспособлен, да уж таких как я. Я скажу, что лучше, потому что бинка – это нормально. Все интервью Михаила Миллера слушайте. Руснул.